Всем привет, друзья! По-прежнему с вами Атис. Да, я, черт возьми, запропастился. Где-то уже целую неделю гулял. Чертов ты, ленивая задница, ничего не делаешь. Да-да-да, вот так мне говорили. Я так чувствовал прям, что вы так обо мне такого мнения плохого. Но я, как всегда, вернулся, возродился, как Феникс из пепла, все дела. В общем, друзья, наконец-таки я снова с вами. Sims 4 тоже снова на канале. И с вами Ник Эттисон, как всегда. Ой, ужасная фамилия, ладно. Ой, давненько я, в общем, не сидел за этим микрофоном, не, как говорится, не говорил этот микрофон. Ладно, все, начинаем. Итак, вот что у нас. Что у нас? Ну, у нас пока что ничего, так скажем, нового не прибавилось, кроме этого замечательного, суперстильного музыкального центра. И, конечно же, наш ник теперь уже повысился на работе. И, так скажем, ощутимо прибавка к зарплате. Теперь у нас $37 в час. И мы работаем всего лишь 4 дня с 10 утра до 6 вечера. В принципе, у нас все есть для того, чтобы, так скажем, проповыситься и дальше. Ладно, с Зоей у нас все в порядке, все отлично. Давайте начинать, так скажем, игру. Вот какая красивая. Вы-то помните, что я с ней на диване там делал. Ой, ой-ой-ой, смотрите. Все это, конечно, идиллию нам портит, знаете что? Вот этот вот чертов туалет и ванна, ё-моё, офигеть. Давайте включим музыку, так скажем, что-нибудь такого. Романтику, о, нормально. Романтику включим. Итак, ну что ж, давайте посмотрим, через сколько нам что. Через 16 часов на работу, хорошо. Давайте быстренько перекусим, да, чего-нибудь. Кстати, что-то как-то музыка тихо играет. Ладно, выключим телевизор, в принципе, нам... Ну ладно, пускай будет, ладно. Давайте что-нибудь приготовим, подать ужин. Нет, открыть. У нас что-нибудь осталось еще? Да, вот, хорошо, давайте возьмем еду. И мне тут, так скажем, уже вторую серию подряд говорили. Давай съесть лучше в другой город, да? Ой, что вытворяет, смотрите. Ну, в общем-то, этим мы сегодня и займемся. Так скажем, конечно же, мы в одиночку, не с Зоей. В одиночку, так скажем, осмотрим местность вообще, что там, что к чему, вообще, что как. Ой, нужно что-то нам прям срочно делать, потому что тут у нас все потоп и еще... О, плесень, оп, капец, вот значит что. Нету женщин. Бля, ты че, куда пошел, дурак, я не понял. Ладно, что-то она как-то, наверное, не в ритм двигается. Ешь быстрее. Давайте немножко промотаем, потому что особо реально ничего смотреть. Итак, давай. Ну доедай быстрее, что ты все болтаешь, да болтаешь. Болтает. Кстати, для достижения, так скажем, нового ранга, нет, или как это сказать, я даже не знаю, что... Для достижения нового уровня, так скажем, мечты всей жизни, нам нужно еще подружиться с двумя соседями и встретить 5 разных персонажей в разных местах, так скажем, города. Итак, хорошо, вот, в общем-то, мы все навыки, ой, какие навыки, все потребности удовлетворили, давайте поедем куда-нибудь, поедем. Все, хватит. Оставим Зои здесь, так скажем, дома, ничего страшного. О, да, кстати, пускай помоет лучше посуду. И что ж, вот, прощай, так скажем, Уиллоу Крик на несколько часов. Мы переносимся в Оазис. В Оазис Спрингс. Вот так вот. Итак, куда здесь можно сходить? Давайте, конечно же, в спорт, в клуб Солнечный коктейль-бар или... Или просто давайте, конечно же, в коктейль-бар, потому что все модные чики именно там должны тусоваться, по крайней мере... Ну, по крайней мере, обязаны. В часов это к 8, они, думаю, точно набегут. Итак, мы прибыли в это злачное место. О! Ха-ха-ха! Вот он, хорошо, давайте. Пойдемте сюда. И что? Нет, если честно, я ожидал чего-то более, ну, так скажем, развратного, что ли. Слушайте, здесь, кажется, наоборот, городская интеллигенция, элита даже, так скажем, тусуется. Ну да. Кстати, мы даже еще не переоделись с работы. Давайте что-нибудь, так скажем, что-нибудь такое для праздника, например, переоденемся. Вот, неплохо, хорош. Ну, слушайте, ну, конечно, туда смотримся, да, но как-то мне здесь не очень, на самом деле, нравится, потому что мне тут писали, что, да, Атис, давай тут что-нибудь еще с одной девчонкой-то.
так скажем, замути что-нибудь, да? Ну, что здесь замутишь? Здесь пока что, как мы видим, какие-то мужики и дамы не первой свежести. Так что давайте отправимся в другое место. К сожалению, первый блин комом, ну ничего страшного. Это, конечно, тоже неплохое место, но здесь мы точно не встретим падших женщин, как я их называю. И вот мы в баре, это даже не коктейль был, бар, это просто бар. Ну что ж, какое отличие вообще, например, от нашего городка Willow Creek? Конечно же, здесь все в таком более, таком, знаете, классическом стиле, в стиле, наверное, 20-х, 40-х годов 20-го, конечно же, века. Здесь так все более... Как-то консервативно, что ли? Ну, блин, не знаю, это больше подходит для такого, знаете, сонного городка. Но давайте, ладно. Давайте вообще просто застенем. Смотрите, какие здесь туалеты наполированные. Ох, ничего себе. Так, что-то всяких голосов, какие-то вот что-то кого-то ходят, что-то не поймешь, если честно. Ну что ж, мне пока что, к сожалению, здесь не очень-то и нравится, на самом деле, потому что я ожидал здесь чего-то больше, но... Нет, это реально вот это вот мне прям совсем не нравится. Ладно, давайте жизнерадостно представимся бармену, кстати, либо это два брата, две сестры-близняшки, либо это просто она работает на две ставки по ходу дела. Блин, и на самом деле здесь люди-то не очень-то и... Ну как, здесь очень много мужиков, да, но девчонок здесь вообще нету. Это очень печально. Итак, хорошо, вот. Мы продвинулись, так скажем, в своей мировой мечте. Мечте всей жизни. Нам осталось только завести двух друзей и соседей. Итак, все, мониторим. Но пока что, знаете, здесь никого я не вижу. Такое прямо... Нет, пока что я... Наш взор никому. А может быть с барменши, а? Давайте с барменши. Ну так просто пофлиртуем, там перекинемся пару ласковых, так скажем. Давайте. А польстими. О, господи, какая рука. Ладно. Рука-булка. Искренний комплимент, конечно же. Прокачаем свои скиллы обаяния. Ага. Ну, тут какие-то, знаете, девушки все пухлые или в возрасте. Мне это не очень нравится, на самом деле. Ну ладно. Давайте похвалим наряд, так скажем так, откровенно будем заигрывать с барменшей. Кстати, давайте посмотрим ее поблизости, как она вообще. Не, ну в принципе, да, такая очень даже неплохая внешность у нее, да? Как вообще, пишите в комментариях. Ну, немножко, конечно, ну как не немножко. Я вам скажу, это клит сантиметров, это 10 можно убавить. Я вам, ну, прям вот точно и точно. Но это можно исправить, конечно же. Давайте познакомимся с барменшей. Кстати, это что за... Желтая жидкость. У вас осталось 24 часа, чтобы отплатить, считая, иначе электричество будет. Ой-ой-ой-ой! 24 часа осталось, ой-ой, забыл совсем. А счета-то набегают очень даже приличные. Итак, ты выпил уже свой стакан? Да, он выпил уже свой стакан. Так, давайте поднимем всем настроение. Кажется, мы здесь помаленечку начинаем вписываться, так скажем, в компанию, да? Неплохо. Ну, тут, знаете ли, тут, походу, такие, весь город состоит из таких людей уже кому за 40 и больше, так скажем. Вот так. И азиатов почему-то много. Куда ты ушел? Я не пойму, блядь, какого хера? Чё за хрень? Зачем пересаживаться-то было? О, господи, меня реально бесит иногда Симсы. Окей, давайте поговорим с ней об искусстве. Потом узнать, как прошел день. Хорошо. Заказать чипсы, заказать... Нет, что-нибудь... Веселое действие, да. Рассказать, пошутим... О, стой! Ёпта! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Не, но... Ой-ой! Что-то я перекорёжило. Я ее встречал уже, эту девчонку я уже встречал. Да, все, к черту барменшу, все. Идем, так скажем, в атаку. Все, отменяем все действия. Неважно, вообще неважно. Тем более мы сейчас уверены в себе. Все, мы, так скажем, горы свернем. Итак. Ох, какая девушка. Какая же вы красивая сегодня. Прям, ой, ну со всех сторон, ну красотка, так. Так, давайте, нет. Подним ей настроение, девушки любят, конечно же. Шутников потом. Пошутим о моде, конечно же, такие девушки. Это, поговорить об этом? Так, хорошо. И что еще? Расскажем невероятную историю, так как мы
А уверены в себе, это очень нам радует, так скажем, что у нас уют. Да, все отлично, счастье, но, в общем, это неплохо. Давайте, кстати, сядем к ней чуть-чуть поближе, давай, садись, так скажем, в аборда, давай. Ну все, давай, закругляйся. Вот, смотри, что делать. Да, я здесь, детка, я здесь. Блять, да что он, мать твою, творит? А меня он реально бесит просто, реально. Искренний комплимент. Ну. Да, конечно, она шикарна. И отлично, у нас теперь 6-й навык обаяния, теперь... Можно загружать изображение на компьютере и подлизываться к другим персонажам. Хорошо. Давайте похвалим наряд. Потом предложим авантюр. Я не знаю, согласится ли она вообще на что-либо. Посмотрим. Что делает? Ты что, с ума сошел, что в костюме, а? Отжимается. Вот дурной. Вот тут какие-то все странные, да? Блин, что за сборище старперов, а? Я ей скажу, один самый нормальный. Ну, знаете, как-то почему-то общение, ну, не очень, я так скажем, идет. Почему-то мы ее не очень-то с нашим навыком, почему-то мы ее не очень привлекаем, на самом деле. Уже вроде полчаса с ней болтаем, но что-то как-то не очень. Хотя, смотрите, что-то она там... Не, слушайте, она, кажется, она там... Мы на нее какое-то впечатление все равно, да, производим. Хорошо, ладно. Давайте расскажем невероятную историю. Давайте романтику что-нибудь. Дерзко заигрывать. Ну что ж, попробуем это. Почему бы нет? Я надеюсь, эта девушка не занята. Хотя, конечно, вот такой девушке мог быть хахаль. Это прям вот 90%. Ну ничего. Ничего страшного. Пока моя благоверная Зои не видит, можно и на стороне погулять, правильно говорю? Конечно, правильно. Так, хорошо. Да, ей нравятся такие парни, а? Да, наглые парни, знают что. Так, хорошо. И что такое? Танцевать? Да как? Нет, я не хочу танцевать. Давайте. Кокетничать. Что еще? Зададим рез... Нет, мне кажется, рановато, да? Спросите, есть ли пары, вот так. Да, вы посмотрите! Та-та-та-та-та. Это меня уже очень радует, друзья, очень радует на самом деле. Я, конечно же, не собираюсь, наверное, изменять Зои. Ну как не собираюсь, наверное, как пойдет. Итак. Блять, ты задолбал, хватит танцевать. Мне вот прям вот нервов не хватает. Ладно, давайте пошлем воздушный ей поцелуй. Ну шикарно, девчина, шикарно. Ну я думаю, все согласятся. Ну красавица тоже. Прям вот есть, да, есть кличка, кого выбрать, называю, а? Так, как это вот дразнить, конечно же. Итак, первый поцелуй, нет, я думаю, не надо шептать нежности. Ну, посмотрите на этого героя-любовника, а? Просто, буквально за 2 часа уже девушка, а? Смотрите, что с ней делает, а? Хорошо. Ладно, искренний комплимент. Пощекотим ее, и первый поцелуй, почему бы и нет, кстати. Мне тут... Так, все, ладно, бесится, так бесится. Кстати, мне тут, знаете, в прошлых же симах как было, если изменишь свои второй половинки, она сразу же об этом ой-ой узнает. Мне это реально бесило. Ну какого черта? Это же не... Это нереалистично, нифига. Почему, например, в другой город уезжаешь? Что? Потом на стороне роман завести или там еще что? Но почему я не могу сделать вот так в Sims, я не понимаю. Так. А что? Ладно, хорошо, давайте позаиграем. И напоследок, наверное, нам все-таки уже пора. Пора. Все-таки домой идти, потому что у нас уже 2 часа ночи, да, и мы тут уже писать хватим, как эти все дела. Хотя, слушайте, у нас тут очень даже игривое настроение получается. И Катрина тем более жаждет флирта, и я не могу такой шикарной девушке отказать, так что...
Сделаем ей... Нет, стой. Знаете, что сделаем? Пригласить на свидание. Да, вот так вот. Да, она без ума от нас. О. Ну-ка, я хотел бы... Ну ладно, давайте в другом каком-нибудь месте, например... Например, будущее в прошлое. Вот как раз-таки в этот клуб можно отправиться, да? В, так скажем, в этот в парк не очень-то сейчас в 2 часа ночи идти, а вот в коктейль-бар самое то, мне кажется. И главное, чтобы они работали круглосуточно. Друзья, к сожалению, свидание каким-то образом сорвалось. Я не знаю, с чем это связано, к сожалению, да? Но вот так вот получилось, к сожалению, да. У нас... В этот раз не, так скажем. В этот раз нам обломилось, но ничего страшного. Давайте посмотрим наши отношения вообще, так скажем, с Катриной. Да, у нас все, в принципе, неплохо. Итак, все, оплатили счета. Теперь у нас 1100. И, конечно же, в 3 часа ночи мы будем чинить. И да, вот так вот. К сожалению, у нас пока что нету денег на мастера. Придется все делать самому, да. Ну что ж, давайте немножко ускорим это все дело, да? Ну, я понимаю, Тяни, конечно же. И свидание не удалось, и тут еще туалет приходится чинить. Ну, а что поделать? Вот такая вот холостяцкая доля, можно сказать. Ну, что поделать? Вот так, хорошо. Второй навык, отлично. Давайте быстренько поиспользуем его, да? Да-да, давайте. Быстренько. И спать. Конечно же, нам спать осталось всего лишь-то ничего. Ну, что поделать? Хотя бы так. Давай, прибавляй. Вот, хорошо. Хорошо, что мы все-таки, знаете, поели нормально, подкрепились, и теперь у нас хотя бы и досуг, у нас нормальное общение. Так что, в принципе, со всем этим нам сейчас следить не нужно будет. Так, вот наш сон. Хорошо, что, по крайней мере, да, у нас работа с 10 начинается. Мы хотя бы хоть немножечко можем выспаться, и это радует. Итак. Ой, все. Нужно на работу. Срочно. Так скажем, первый... О, кстати, смотрите на этого красавца. Ну, конечно же, еще не Ален Делон, да, все дела. Но уже такие, смотрите, ноги накачанные, да, уже тут грудь начинает появляться, пресс, а? Ну, неплохо, да, уже что-то, да, такой неплохой, да, девчонкам нравятся такие. Вроде бы, знаете, и дрищ, но уже такой рельефный, да, ну, это прям девчонкам нравится. Вот я прям знаю. Итак, ладно. Все, отправляемся на работу, так скажем, первый рабочий день у нас на новом месте. Конечно же, я не знаю, не самый будет, конечно же, он результативный, но что поделать. Ладно, друзья, сейчас увидимся, как придет после работы, так и увидимся. Итак, вот мы с работы пришли, и представляете, 300 практически баксов заработали. Это очень круто! Это реально офигенски. Это очень радует. Итак, давайте, конечно же, починим быстренько все это дело. Посмотрим, как мы продвигаемся по службе. И слушайте, друзья, у нас все идет как не кстати лучше. Нам осталось, в принципе, провести разведку 2 часа. Провести разведку на 2 часа. И пару раз посетить работу, и мы снова повысимся. А это уже у нас будет 5 уровень. И, так скажем, половина пути будет позади, да? Да, вот так. А почему мы не хотим? Не хотим чинить? Давайте починим. Чини давай. Давай чини! Ну что ж, друзья, я не стал, так скажем, вам показывать эти нудные, так скажем, починку всего этого дела. Протирание, вытирание поп, так скажем, все дела. Это никому не будет интересно. Сейчас мы быстренько поедим, послушаем нашу любимую поп-музыку. Вообще, мне... Послушайте. Офигенски. Мне реально нравится музыка в Sims 4, это просто попадание 10 из 10, я как бы, ну, не особо любитель поп-музыки и все этого дела, но, блин, это, ну, реально, все композиции, в принципе, на уровне, вообще круто. Итак, друзья, сейчас мы, конечно, займемся чем? Быстренько посмотрим телек, подкрепимся и, конечно же, почистим зубки и будем ложиться спать, это так спокойной ночи, малыши, говорится. Давайте немножко промотаем, да, тут потому что реально нечего особо комментировать. Ну давайте, знаете, как сделаем, увидимся уже в следующий день. Сейчас мы это уже, так скажем, опустим. Ну вот, друзья, мы вернулись с работы вот так вот, да, невзначай. Это, кстати, к нам пришел новый друг, это хорошо, это радует, да, друзья, это всегда хорошо. Но, у нас сегодня цель какая? Это свидание на стороне, да? Итак, так что давайте быстренько откроем покушать, что-нибудь все возьмем, да? Вот.
взять, возьмем еду, да, быстренько поедим и отправимся, конечно же, на свидание, да, вот так вот. Ну, чтобы Зоя, конечно же, не видела. Давайте, все, быстренько, прям в темпе. Давайте поп-музыку включим. Господи, все, закругляйтесь, давайте, хватит болтать уже. Да, все, смешно, давайте, закругляйтесь. О, опять у нас протечка, да что ж за идиотство, что такое, что же им надо, я не пойму. Почему у меня постоянно все сломается, я не пойму, черт. Итак, давай быстрее прям доедай, прям вот прям. Быстрее. Хорошо. И все. Давайте отправиться. Можно, кстати, в принципе, и с ним отправиться, да, с нашим другом. Где там? Где он там, кстати? А, вот Андрей Шилов. Все, давайте, отправляемся. Все. Ну что ж, два альфа-самца, да тут даже их много, так скажем, отправляются в парк, в пустыне, чтобы там доминировать и властвовать, и, конечно же, найти новых самок. Вот так вот, да, вот так вот ужасно это звучит. Но мы здесь не за этим. Мы пригласим, знаете, кого на свидание? Ну, конечно же, вы знаете, это Катрина Гондзадзе. О, черт, ну, конечно, я всегда помню. Да, конечно же, вот. Итак, где наша Катрина? Где она? Вот, друг. Вот она, кажется. Да, вот она. Побежала. Смотрите, какие девушки за нами бегают. Вот так вот, хорошо. Эй, идиот, куда побежал? Давайте искренний комплимент сделаем. Тут у нее тоже фигура спортивная. Ты чё такой, дед, ходишь тут злой? Спортивная фигура, да, мы любим спортивных девушек. А, итак, хорошо. Давайте поднимем ей, как обычно, настроение. Давайте ремонт по ремонту не будем, а то она потом еще даст совет, как готовить там все дела. Давайте обсудим технику фитнеса, конечно же. Попа у нее, ой-ой-ой-ой-ой, вот хорошо, сейчас еще так. Шикарная попа у нее. Это хорошо, это очень, это уже пошутим о моде. Потом давайте что-нибудь, анекдот, да, вот так вот, романтично так пофлиртуем немножко. Хорошо. Похвалим наряд. Катрина, внимательность. Нет, не пойдет. Нам нужно, чтобы она, так скажем, начала чувствовать к нам какое-то влечение. А, так, да. Вот что-то в этом роде. Польстим ей. Пофлиртуем. Похвалим внешний вид. Так. Хорошо, получается пока что. Ага. Вот бронза у нас уже есть. Это уже радует. Это уже хорошо. Давайте соблазните шептаться, конечно. Ну что ж, что у нас здесь есть? Так, ну что? Ну небольшой парк такой. Ну хотя... О, небольшой, ничего. Ё-моё. Жалько, сюда зайти нельзя. Ну ладно. Где это там? Вот так. Флиртовать будучи в кокетливом настроении на свидании, да. Давайте первый поцелуй, а? Давайте первый поцелуй. Ну как первый поцелуй? Элвис какой-то ходит. Так. Главное не получить. Вот так вот. Как хорошо-то, наверное, им сейчас. Да. Это очень... Я рад просто. Я просто рад за него. Давайте романтически подлижемся к ней. Нет, какой стать парой? Нет, пока что рановато. Держаться за руки. Можно. Ну что ж, неплохо. Давайте потом еще ее, так скажем, поцелуем ей руку. Для начала, да, так? Я бы хотел бы, знаете, куда-нибудь... О, где тут? Я бы хотел бы чуть... Эй! Вот сюда бы, да? Сюда бы. Можно, нет? Вот, и сядем туда вместе. И там уже мы будем, знаете, что делать? Целоваться, конечно же, вот так, чтобы никто не видел. А то мало ли, какой знакомый подойдет тут. Побежали.
ни хрена себе. Не-не-не, что-то здесь не то. Смотрите, ну что-то... Что-то здесь явно выпирает не в ту сторону. Мне это совсем не нравится. Ладно. Итак, в общем, сколько я, так скажем, отходил в этих нескольких сериях от так скажем, от амплуа Дон Жуана, но пришлось нам все-таки вернуться к нему, да, потому что вы сами-сами просили, говорит, Атис, давай что-нибудь такое, роман на стране. Вот, пожалуйста, вам роман на стране. А, и что-то они долго бегут, ё-моё, я бы уж задолбался бежать. Вот, вот, как романтично-то, смотрите, птички поют, никто нас тут не увидит, так что будем всем, чем хотите, заниматься, да? Так, а куда нам бежать-то еще, не пойму, на самую вершину, что ли? А, ага, сюда вот, ну хорошо, хорошо, пробежечка такая прям, а, вспотели прям, ладно, хорошо, вот. Как раз посидим, так скажем, поболтаем там, да. А, нет, мы это уже все делали. Позаикрываем с ним вот так вот. Позаикрываем. Вот позаикрываем. Вот, хорошо, все. А, рассказать историю. Давайте что-нибудь. Так. Сейчас найдем, где это. Анекдот, шутка. Пошлый анекдот расскажем. Эй! Куда идет? Ушел-то, господи! А, ладно. А, так. Дружелюбные действия. Может быть, душевный разговор, нет? Ну, ладно, давайте так поставим, все, хорошо. Давайте только быстрее, парень, быстрее. Не знаю, я пока что здесь почему-то не вижу никакой истории, но ладно, ничего страшного. Кстати, давайте страшно... Нет, страшно поцелуем. Подарим розу. И страстно ее расцелуем. Так, вот так. Хорошо. Хороша девчина, а, все-таки. Ну, эти девки опять прям с руками отрывают розы. Ой, мать, ты вышел! Ой, мама, мамочки родные, что творят? Вот это поворот. Я теперь понял, кто лидер в отношениях. Итак, окей, у нас золото! Что, я могу всех вас поздравить, друзья? Это наконец-таки золото. Итак, давайте, кстати... Ой, нет, что-то дороговато. Не будет сегодня гриля. Итак. Ну что ж. Страстно еще раз ее поцелуем. Ну да. Какая. Что? Предложим ей массаж, например. Ага. Вот так вот. Да, девчонка, да. Кстати, надо потом, знаете ли, пообщаться с Зоей, мало ли чё. Ой, кстати, что-то как-то у нас убавилось прям совсем. Неужели она узнала про наши поделки? Ну, не знаю. Ладно, всё, я побежал. В общем, нам нужно уже, так скажем, возвращаться назад домой, да? Хватит. В общем-то, так скажем... Добились чего хотели. У нас теперь есть новая подружка на стороне. Это очень радует. Так, хватит. Все. Давайте отправиться. Может, пригласим на свой участок, а? Эй, ничего не понимаю. Я что-то ни хрена не понял. Эй, почему? А, все правильно. Это я что-то уже немножко это путаю. О, так они... они сестры, оказывается, охренеть. Ладно. О, прибежала. Ой, нашла меня, смотрите. Без ума, девка, без ума. Так. Все, давайте, надо уже заканчивать, надо бы уже... А, вот, закончим свидание, все. Да, все хорошо. Итак, завершено свидание на золото. Потрясающее свидание, чтобы ваш персонаж, его аналог с моим, его подарили что-то особенное. Загляните в багаж.
Кстати, вот тут самый интересный факт, то что... Давайте отправимся домой для начала. Все, отправиться. Отправиться, ну, отправляйся давай, все, хватит. Странно, ладно. Друзья, тут, конечно же, Sims 4 немножечко, меня подвел, он немножечко у нас забагован, так что теперь я не могу никуда отправиться, я не смогу отправиться домой, так что придется мне, кажется, здесь подремать. Да, вот такой вот поворот, придется здесь и дремать. Ну, что поделать, игра, конечно же, хороша, но немножечко иногда огорчает. В общем-то, друзья, что такое, все, что ли, мы проснулись? Ладно, друзья, в общем, такая немножечко скомканная серия получилась, да, блин, ну, что поделать. Ну, я наконец-таки вернулся, так скажем, на канал, все, теперь будет видео выходить почаще. Блин, сколько я раз это говорил, я уже сам себе даже не верю. В общем, друзья, я надеюсь, была интересная серия. Давайте, пишите в комментариях, оставаться ли мне с Зоей или, так скажем, теперь... с Катриной что-нибудь это самое, да? Кого мне там, может быть, уже даже и обрюхатить, ну и что-нибудь в этом роде. В общем-то, предлагайте свои вообще, предлагайте, что бы вы хотели видеть. Я, конечно же, если это наберет, так скажем, какое-то количество лайков или комментариев, я, конечно же, это рассмотрю, и вы увидите это в следующей серии. В общем-то, предлагайте, что мне делать с этими двумя девчинами, с кем мне, так скажем, дружить, с кем мне в постели валяться. В общем, все. Всем спасибо за внимание, всем пока, с вами был Атис. Все, покедова.